Привет, друзья! Вы на канале Funny Annie. И сегодня мы поговорим о новой серии LOL Surprise Under Wraps. Официальная фото упаковки уже появилась, а вот листа коллекционера с изображениями куколок еще нет. И нам остается только гадать, каких старших сестренок мы увидим. Если вы уже ждете эту серию, обязательно ставьте лайк видео и подписывайтесь на канал. Куколки будут упакованы в цилиндр с розовой оберткой, как и у всей четвертой серии. И внутри нас ждет целых 15 сюрпризов. Заинтригованы? Да, это будет что-то совсем необычное. Так каких сюрпризов нам ждать? Это будут как привычные нам сюрпризы, секретное сообщение, коллекционный стикер, кольцо-тату, бутылочка, одежда, обувь, аксессуар и, конечно же, сама куколка, так и новые сюрпризы, секретные сообщения, коды, которые будут на каждом слое и в каждом пакетике, лупа-декодер, с помощью которой можно прочитать эти самые секретные сообщения, секретное письмо, разгадать которое можно с помощью, опять же, секретных сообщений, содержащихся в шариках Lil Sisters и Pets 4 серии, и какая-то маскировка для кукол, disguise. С последним сюрпризом много вопросов. Непонятно, чего же нам ждать. Может, это будет саркофаг, как в Древнем Египте? Цилиндрическая упаковка для этого как раз подходит. А название серии Under Wraps, под обертками, может указывать на мумию. О боже, наши любимые куколки станут мумиями, и нам придется искать их в саркофаге под несколькими слоями оберток. А может, все гораздо проще? И в качестве последнего сюрприза мы получим симпатичную маску для куколки, чтобы устроить карнавал. А вы как думаете? Какой сюрприз нас ждет? Напишите в комментарии. Правильный ответ станет известен в декабре этого года, на который намечен старт продаж старших сестренок серии шпионов I Spy. А вы хотели бы получить новую куколку Ло в качестве подарка на Новый год? Если да, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Так каких куколок нам ждать? Пока мы знаем только старшую сестренку Lil Pophead, куколку Pophead, которая красуется на упаковке новой серии. А как же другие малышки из четвертой серии? Кто станет их старшими сестричками? Давайте пофантазируем. Куколки Lil Blind Queen и старшая сестренка Blind Queen. Lil As If Baby и старшая сестренка As If Baby. The Lil Great Baby и старшая сестренка The Great Baby. Lil Big City Baby и старшая сестренка Big City Baby. Lil Babe in the Woods и старшая сестренка Babe in the Woods. Lil Kansas Cutie и старшая сестренка Kansas Cutie. Lil Teens и старшая сестренка Teens. Lil Goody и старшая сестренка Goody. Lil Drag Racer и старшая сестренка Drag Racer. Lil Soul Babe и старшая сестренка Soul Babe. Lil Boogie Babe и старшая сестренка Boogie Babe. Lil 80s BB и старшая сестренка 80s BB. Lil Fierce и старшая сестренка Fierce. Lil Shapes и старшая сестренка Shapes. Lil Counties и старшая сестренка Counties. Lil Trilla и старшая сестренка Trilla. А вот у малышек Lil Royal Hyney, Lil Lux, Lil Goo Goo Queen и Lil Spy уже есть старшие сестрички. Куколка Royal Hyney из первой серии, куколка Lux из второй серии и куколки Goo Goo Queen и Spike из третьей серии. Какую куколку вы ждете больше всего? И как вы думаете, какой у нее будет наряд? Обязательно напишите в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал. Всем спасибо и до новых встреч!